Йоу, народ, это снова я, Тайфун Бруклин, и моя новая рубрика «100 полезных советов для танцора». Итак, совет номер 4. Общайтесь. Немаловажная вещь – общение. Почему, скажем так, основа вообще возможностей, фундамент возможностей лежит именно в детстве и в юности? Потому что в детстве и в юности у вас огромный круг общения. Когда ты маленький, ты смотришь на взрослых и думаешь, вот бы мне быть бы взрослым, я бы столько всего смог и так далее. Но на самом деле основа закладывается в детстве. Если вы в детстве человек закомплексованный, зажатый, ни с кем особо не общаетесь, всех считаете за говно, вот, и думаете, вот я вырасту, я вам всем покажу и так далее, то вы вырастете и, ну, как бы, опять же, с этой проблемой вы так и останетесь. О каждой проблеме свое время и свой период решения. А если вы в детстве будете человеком общительным, широкого круга общения, будете ходить на много разных курсов, школа, садик, танцы, бокс, баскетбол, плавание, легкая атлетика, у вас будет огромный широкий круг знакомств. Каждый из этих людей, этого вашего поколения, подрастет и будет развиваться в разных сферах деятельности. У вас будет огромный круг общения в различных сферах. Вы сможете это скажем, преуспеть использовать в своем росте. Но сейчас речь идет о танцевальном общении. Потому как очень многие танцоры ограничивают свой круг лишь только своей группой, в которой он занимается. Вот у меня есть 10-15 человек и так далее. Вот, возможно, клубом ограничивают свой круг общения клубом. Вот моя школа, я патриот, я воевать буду за нее, все вокруг говно, а моя школа классная. Вот, ну да, это хорошо, у вас хотя бы небольшой круг общения есть. Но есть танцоры вообще, которые тупо фристайлеры и индивидуалисты. Они занимаются сами, вот, или дома, или вообще никуда не ходят, дома тренируются, либо они тренируются где-то там в школе, один-двое, допустим, там в команде, команда небольшая, и все. Вот. В таком случае происходит очень сильная фокусировка на определенных техниках, на определенных знаниях. Вот. Это, с одной стороны, хорошо, потому что обрабатывается все это, но с другой стороны, обрубается огромное количество информации и возможностей. Вот я, например, ушел на полгода в семью, в ремонт, там, в сад, огород и так далее. И очень много всего провтыкал. Сейчас смотрю, сколько всего изменилось, сколько всего нарисовалось. Если полгода назад я сидел и думал, выпустить New School хип-хоп, новый диск, там особо шагов многих нету, ну, год назад, то сейчас я смотрю, да ё-моё, уже два диска нужно выпускать. Столько шагов, столько всего нового. И, кстати, скоро он будет. Вот, что хочу сказать. Общайтесь. Помимо своего группы, помимо своего круга общения, подписывайтесь на разных танцоров, читайте, смотрите, задавайте им вопросы, участвуйте в различных там вебинарах бесплатных, вот, возможно, даже платных, если у вас нет такой проблемы заплатить за информацию. Участвуйте в различных курсах, смотрите видео, обсуждайте, не бойтесь написать комментарий. Вот, чем шире у вас будет круг общения, тем больше будет приток знаний, тем больше будет возможной информации для сравнивания, для выработки своего стайла, своего подхода. Кроме того, будет обмен энергией, энергетикой, информация. Вот. Поэтому я вам советую общаться, подписываться на разные паблики и развиваться.